Всем привет-привет! Это будет следующий обзор моего цветника следующего. Хочу показать вам гортензию. Я вам ее уже показывала. Ну, все гортензии, считай, показывала. Но вот еще раз хочу показать вам гортензию. Может быть, кто-то мне и подскажет, что это за гортензия. Я считаю, что это фантом. А может быть, я ошибаюсь. Извиняюсь за шумы. Пока дождя нету, люди стараются, что-то делают, работают, хотя в огороде очень сыро. Вот посмотрите, вот это одна ее кисть. Вот такая большая. И чуть-чуть нежно так окрашивается в розовый цвет такой. Вот. Гортензия сама свои кустики держит, цветоносы. Это гортензия такая, стволы у нее мощные по сравнению с клубничным мороженым Ванилла Фрайс. Вот. Она у меня подвязана, Ванилла Фрайс. Но не полностью, что-то вон там, я смотрю, веточки опять у нее. Ой, как подломлены, что ли? Нет, не подломлены. Просто мокрая и не хочет себя держать. Вот. И с этой стороны смотрится сад уже, конечно, лысенько. Ну, как сказать лысенько? Еще краски есть, яркие краски. Но факт то, что я уже начала работать в саду, продирать лишние растения, однолетники, подстригать все, чтобы уже готовить сад к зиме. Хотя начало сентября, но кто знает, какая будет погода у нас. Можжевельник у меня, голубая стрела, некоторые цветочки выпустил. Вот. И я думаю, что, ну, семена-то, конечно, не возьмешь. Это надо караулить. Вот. Здесь у меня гортензия. Мне писали, как гортензия называется. Ну вот. Опять я, как сказать, не запомнила. Хотя я сегодня и читала название этой гортензии. Опять в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну, на следующий год там уже видно будет. Но запаха такого нет у нее. Вот. Она не душистая. Хотя фертильные и стерильные цветочки. Ну, крупнолистная гортензия, она, конечно, меня разочаровала очень-очень. Ну, куда деваться? Посмотрим, что дальше будет. Вот с нее. А здесь я уже все продрала. Мискантус этот сахарный. Если успеем в этом году, мы его... Нет. В этом году я его трогать не буду на зиму. А вот на следующий год, весной, тогда уже я его отсюда выкопаю и посажу в ограничитель. Если, конечно, он все нормально перезимует. Вот. А сейчас трогать уже не буду. Здесь у меня рудбеки и кала. Кала цвести не собирается. Ну, хотя вот листьев, конечно, много у нее. Я ее потом выкопаю на зиму, головки, и уберу. И надо будет садить ее, наверное, пораньше. Вот. Лапчатка кустарниковая так хорошо цвела. Ну, здесь ее, видать, дождями маленько побило. И я ее подстригла.
и хорошо подстригла ее. Очень много побегов молодых. Вот. На следующий год весной я буду откапывать эти побеги, и мне надо решить вопрос с ней вообще, куда ее лапчатку вообще отсадить. Вот эти все две лапчатки отсюда, белую и вот эту хамелеон лапчатку. Отсюда уйдет тоже вот эта хоста. А туя, похоже, тоже отсюда уйдет. Я покажу, куда мы пересадили шаровидную тую. Вот. И хочу напротив этой посадить эту тую, чтобы они сочетались. Ну вот лилейники цветут. Это поздние лилейники. Вот. А здесь я все поубирала. Ой, как холодно. Вот. Ой, я хотела здесь и флокс. Положила специально его, чтобы не забыть, и забыла. И вот у меня опять эту конику, опять эта лапчатка завалила. Хотя лапчатка была и подстрижена, и подвязана. Ну, куда деваться? Вон шелестит мискантус. Развалился весь, надо подвязывать. Вот. Так, здесь у меня смотрится так. Цветут скабиозы махровые. Вот. Там у меня... Ой, опять сейчас куда-нибудь засуну его. Флоксик этот. Вот такой я уже показывала очиток. Ну, до того лилейника возле мискантуса руки не дошли. Вот. Чтобы его обстричь. Там тоже туечки уйдут оттуда. Но, похоже, не в этом году. В этом году, чтобы их не трогать, они, чтобы перезимовали, все нормально. Вот. Здесь у меня лилейнички доцветают. Еще новые бутоны запустили. Все нормально, если не будет, конечно, заморозков. А то что-то прям вообще холодно. Очень холодно. Вот. Так, лишнюю гипсофилу ажурную я отсюда убрала. На семена, кто меня спрашивал, нам хватит. А так она сильно рассеивается. И здесь у меня смотрится так. Вот. Там вот у меня рудбеки темненькая, темная прям такая, а там чуть посветлее. А это такая рудбеки. Вот. Так, будлея цветет. Цветет будлея. Вот камеру вообще сильно не вижу прям. У нас тучи такие прям. Вот. И холодно. У меня руки аж замерзли. Хотела еще видео снять, но все уже не буду снимать. Анжела цветет. Цветоносов очень много. Много цветоносов. Кустик хорошо разросся. Вот. И хочу насчет будлеи. Если все нормально, она у меня на следующий год перезимует, я ее сделаю вообще пореже. Я ее обстригала весной, маленькие ветки, но я здесь немного прошляпила. И пошли другие ветки, и уже подросли эти ветки. И придется пока так оставлять, а то она заболеет. В прошлом году ветки обстригала, и они начали болеть. Будлея болела. Так, здесь у меня астильбы уже подстрижены. Я их подстригала. Хризантему я так и не успела. Этот цветник
Я полностью еще буду обрабатывать, подстригать все. Дельфиниумы цветут, флоксы так подцветают. Мордовник посадили сюда. Сверху подсадили его сюда. Так. Здесь у меня вот туечки, смарагд и кипарисовика. А может быть, это туя, не знаю. Вот. Перовский цветет. Вот этот очень красиво смотрится. Вербенник манечатый. Может быть, мне его пустить здесь между туями? Вот это золотое такое пятно яркое будет. Мне кажется, красиво будет смотреться. Подскажите мне, пожалуйста. Оставить его здесь по всей клумбе получается, чтобы он расползался. Или убрать его отсюда. Ну и все. И вот так вот у меня здесь смотрится. Вот сюда мы пересадили сверху вот эту шаровидную тую. Вот. И вот так у меня здесь смотрится. Вот. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой солнечной погоды. Всем всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.